Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы начинаем свой влог с того, что укрываем все свои деревья, стараемся их спасти. По ночам у нас минусовая температура, поэтому накроем целлофаном. Иногда это помогает. Сделаешь примерно. Сейчас уже быстро, пока ты не мешаешь. Хорошо. Ребят, всем привет. Я сегодня делаю сосиски. Вот замочила кишки. Сейчас я их выжму. Сосиски мы сегодня будем грилить. Сами здесь у меня фарш. Это у меня индюшка и говядинка. Она искусственная, она не настоящая. Ну ладно, теперь уже будем такую начинять. Выписывала все в Китай. На китайском не поймешь, какая. Я почему-то подумала, что она настоящая кишка, это была искусственная. Ну и ладно. Запах чесночка. Я сюда очень много-много чесночка положила. И теперь вот так вот буду все начинать. Первую партию я уже сделала, и сейчас отдаю Сереже, чтобы он их погрелил. Вторая партия тоже готова. Можно отдавать на гриль. Всем привет. Здравствуйте всем. Погода маленький спор просто. Вот сейчас вот солнышко вышло, да? До этого было очень холодно. Вот жарим мы свои сосиски. Подожди, Сереж, я хочу показать. Посмотрите, ребят, какие они аппетитные, вкусные, ароматные. Объедение. Ну, а теперь пришло время покрасить яички. Сейчас я вам покажу, как мы красим яички. Вообще стараемся каждый раз окрашивать как-то по-другому, по-новому. Но вот этот способ мне нравится больше всего. И еще мне очень нравится обернуть яички какими-нибудь красивыми листочками и отварить все в луковой шелухе. Тоже получается очень-очень красиво. Но сегодня мы выбрали этот способ. И я надеюсь, вам с нами будет не скучно. Приятного вам просмотра! Thank you.
Смотрите, какая красота у нас получилась. Осталось только обмазать их маслицем, чтобы они у нас блестели, сверкали и были красивыми. Но разве это не красота? Я надеюсь, вам очень понравилось. Кому понравилось, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Сегодня мы празднуем католическую и евангелическую Пасху. И для тех, для кого уже наступил этот светлый праздник, я хочу поздравить с воскрешением Христа. Желаю вам мира, добра, семейного благополучия и, конечно же, любви к ближнему. Фрой Остерн, и до новых встреч!